Депутат от топ-блока скрывает конфликт интересов. Так, на минувшей сессии Алексей Горин предложил коллегам снять с повестки дня вопросы из-за личной заинтересованности. Об этом заявил мэр Геннадий Труханов. А речь идет о разрешении на разработку проекта землеустройства по отведению участка на Французском бульваре 54. Земля на сегодняшний день еще находится в судебных спорах и не находится в коммунальной собственности. Дела рассматриваются в Приморском суде города Одессы по позову прокуратуры в интересах государства. Также на данной земельном участке находятся здания и сооружения, которые принадлежат на праве частной собственности другим субъектам хозяйствования. Городской голова порекомендовал Горину раскрыть истинную причину просьбы снять вопрос с рассмотрения. По словам Геннадия Труханова, на этом участке есть частная собственность. Или у самого депутата, или у связанных с ним лиц. У вас лично. Или не оформлено на ваших родственников, я не знаю как. Прошу снять этот вопрос. Правоохранительный, и у нас ведется стенограмма, чтобы, я думаю, что вам зададут вопросы и по коррупции в том числе. Изменения в повестку дня так и не внесли. Депутаты приняли решение большинством голосов.